Всем привет! Тема этого видео – как построить отношения на сегодняшний день. И вот я хочу рассказать, как осветил эту проблему в книге «Парадокс» в одной из своих глав автор Александр Король. Он говорит, что наблюдается такая тенденция сейчас в социальном обществе, что увеличилось число мужеподобных женщин и, наоборот, женственных мужчин. Приводит в пример такие, как раньше были времена, там, когда были мужчины-рыцари и была настоящая любовь, и фильмы все такие, где мужчины и женщины по-настоящему друг друга любили, и женщина была вот этим вот цветочек, который без змеиного ума, без эгоизма и шла за мужчиной, была за ним как защита, чувствовала защита и полностью отдавалась такому мужчине. Но что мы имеем на сегодняшний день? На сегодняшний день, наоборот, автор раскрывает эта тема глубоко в том направлении, что мужчины, они потакают эгоизму женщин, а женщины доказывают свою правоту постоянно и не уступают мужчинам ни в чем. Поэтому они, большинство сейчас одинокие, такие, как можно сказать, как он их обозначил, баба с яйцами. Вот даже такой термин. Ну, что еще? Как выйти из этого, он сказал. Допустим, как найти правильно, подобрать партнера себе. Это именно что на первом плане, по своему уровню должен человек находить себе партнера. Допустим, если мальчик развит на пятерочку, то он должен выбрать себе девочку ниже уровня на четверочку, чтобы она шла за ним. Ну и также, в свою очередь, девочка выбирает мальчика. Также в первую очередь аспект ставится на том, что партнер должен выбирать как человек человека. Потому что настоящему мужчине именно важна вот эта вот вера женщины в него. Потому что вот он эту силу чувствует сразу в себе, что женщина в него верит, и в нем вот этот вот появляется мужской стержень, энергия. Но когда женщина постоянно спорит, осуждает мужчину и не верит в него, то получается так, что он теряет эту силу в себе, именно вот этот мужской стержень, энергия. Вот так вот осветил в статье, вернее, в главе в своей эту проблему общества. Ну и вот что хочу от себя добавить, что ну, это реально действительно так. Вот сколько я наблюдаю в обществе, непонимание идет между друг другом, выбирают, друг друга не подходят люди совершенно. Женщины чрезмерно употребляют алкоголь, еще соревнуются с мужчиной, не уступая ему в этом. Матерные слова, как говорится, идут в ход. И где тут уже эта женственность и вот эта теплота, которая должны чувствовать мужчины от женщин, если они уже вот реально такие мужеподобные? На этом вещание свое заканчиваю. Всем, кому понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь. До встречи!